Для того, чтобы пополнить баланс, нужно нажать кнопку «Кабинет», нажать «Пополнить», выбрать Pair, либо Perfect Money. Здесь выдается номер кошелька, куда нужно перевести. Это вот здесь вот кошелек 11408809. И комментарий. Комментарий нужен для того, чтобы люди могли, админы могли активировать вам кабинет, то есть прислать вам деньги. Вот. Чтобы пополнить баланс, нужно зайти в Pair, то есть скопировать вот здесь кошелек, зайти в Pair. Выбрать «Перевести». Нажимаете «Pair». Выбираете «Рубли». И здесь ставите. Для того, чтобы выбрать сумму, вы должны посчитать, сколько. Это в Телеграме здесь написано, да? Курс такой-то 72,87. Если вы пополняете 1 доллар, значит, вы эту сумму пополняете. Если вы пополняете на 3 матрицы, допустим, то ставите сумму, соответствующую этому, да? Плюс там еще процент. Вы можете пополнить баланс на любую сумму. Он весь отобразится у вас здесь. Сколько вы пополните, столько будет в кабинете. Вот. Здесь можно, допустим, написать 600, да? Здесь ставите номер счета, куда отправлять. Дальше просит отправить комментарий. Его обязательно нужно отправить, потому что это комментарий именно ваш ID. Здесь вот есть кнопочка «Включить комментарий». Мы его вставляем и нажимаем «Перевести». Вот, у вас высветится сумма. Если все в порядке, то у вас перевод подтверждается, и он отправляется. Ну, у меня нету денег на счету, поэтому я показываю, да? То есть вот таким образом. Когда у вас пополнен баланс,